Министерство образования Московской области присвоило звание «Образцовый детский коллектив Московской области» коллективу «Художественное слово Дома детства и юношества городского округа Серпухов». С педагогом и талантливыми воспитанниками пообщалась моя коллега Инна Шейнина. А там, где помещается душа, у них дыра, заполненная тьмою. Свет не пробьется, луч не зазвенит, все там темно и все невозмутимо. И тычутся тычинки о гранит, и все живое пролетает мимо. Ульяна Бродовая пришла в коллектив «Художественное слово» в 8 лет. Ее привела мама. Сначала было сложно, а потом появилось ощущение, что это вторая семья. Если честно, этот коллектив очень повлиял на мою жизнь. Мне тут очень нравится заниматься. Тут дружный коллектив. Мы постоянно участвуем в различных мероприятиях, конкурсах. Я стала намного более уверенней, раскрепощенней, а также я выбрала свой дальнейший путь и решила связать его как раз именно с художественным словом. Ольгу Вячеславовну я считаю своей второй мамой. Сейчас в коллективе «Художественное слово», которому в декабре прошлого года исполнилось 55 лет, занимаются 35 ребят возрастом от 7 до 17 лет. И не только Ульяна. Практически каждый из них нашли здесь свое призвание, раскрылись. Если честно, с детства я вообще говорить не мог. В 6 лет я не говорил половину букв, но мне все поставил логопед, но голоса у меня такого не было. Данный голос, который у меня сейчас есть, я приобрел в данном коллективе. Самооценка повысилась, среди друзей стал более таким престижным человеком, потому что, ну, когда ты умеешь красиво говорить, ты можешь правильно поставить свои мысли, цели, задачи. Коллектив «Художественное слово» взрастил не одно поколение талантливых мальчишек и девчонок Серпухова. С момента его образования в 1967 году и до 2013-го его бессменным руководителем была Нина Клуж, актриса, диктор, заслуженный учитель Российской Федерации. С 2016 года художественное слово возглавила Ольга Гудина, которая сама школьницей посещала Дом детства и юношества и училась красиво и осмысленно читать стихи и прозу под руководством Нины Клуж. Любой ребенок, пришедший в наш коллектив, может научиться любить слово, быть добрым по отношению к людям. Вот это самое главное. Через искусство слова мы, в общем-то, учим детей, современных детей, взаимоотношениям с окружающими в первую очередь. Моя задача не выразительно научить говорить, а именно осмысленно, чтобы они пропустили через свою душу тот материал, который берется в репертуар. Воспитанники теперь уже образцового детского коллектива Московской области «Художественное слово» практически всегда принимают участие в значимых городских мероприятиях, привозят награды с различных областных конкурсов. 22 января в актовом зале Дома детства и юношества состоится праздничный концерт, посвященный 55-летию образцового коллектива.